Это все в одной студии будет? Це вже в одній студії, так. Це вже почалося. Я кажу, почалося у нас. О, ми вітаємо за вас і вітаємо із нашими першими гостями. Це, як ви бачите, давайте почнемо і зліва направо. Це у синенькому і Бородань відомий наш режисер і учасник гурту «Друга ріка» Віктор Скуратовський. Так. Потім це йде режисер, але який режисер, я розкажу. Ці два пацани – це учасники гурту «Кліка Проджект». «Кліка Проджект» перемогли у конкурсі від торгової марки «Тубор». І цей конкурс називається «Відеофанія». Протягом 5 тижнів, я розкажу про концепцію цього конкурсу, молоді таланти могли відсилати на сайт «Туборгу» свої відеороботи, власне, свої кліпи, і шляхом народного голосування обирався найкращий. І ось результат. Найкращий гурт – це «Кліка Проджект» у нас у нашій студії з'явилися, тому що вони презентували найкращий кліп, який сподобався народу. Адже саме народ голосував. І в мене запитання до вас, хлопці. Розкажіть, звідки ви дізналися про цей конкурс, про конкурс «Відеофанія»? Про конкурс «Відеофанія» я узнав на одной из вечеринок. Буквально на следующий день познакомился с Кириллом и с Борисом. Ну и мы решили участвовать в конкурсе. Буквально в этот же день отправили свой клип. І ви потім спостерігали за результатами? Чи було для вас це хвилюючим дивитися, за голосування спостерігати? Адже від вас, власне, більше нічого не залежало. Ви відправили свій кліп, і, власне, народ потім голосував. Як ви себе почували? На самом деле була проделана дуже велика, колосальна робота, вплоть до того, що Борис сидел с калькулятором и считал, сколько же нам надо еще привлечь людей, дабы сократить отставание. А как вы могли контролировать этот процесс? Как вы могли влиять на количество людей? Мы привлекали в интернете очень большое количество людей. В интернете знакомых, друзей, друзей знакомых. Ну, в итоге результат... То есть это технический нокаут, да? Мы просто думали по расчетам, нам надо ложиться спать или сидеть еще, находить людей, кто будет голосовать, да, ну, доходило... по скорости. Читали динамику, сколько в час у нас набирается голосов и сколько у первого места, чтобы наша динамика была лучше. Были моменты, когда нам казалось, что уже не догнать просто ни второе, ни первое место, но все решилось. Но в последний день все решилось. Потому что мы тоже со стороны наблюдали, конечно, за тем, кто там будет победителем и с кем потом впоследствии работать. И все же, в общем-то, подготовились к тому, что это будут другие, в общем-то, люди. Тут бац, в последний день темная лошадка выстрелила, и все. А ты с самого початку брав участь в этом конкурсе? Нет, я на самом деле, меня просто один раз пригласили прокомментировать там работы. Их было много достаточно, ну, вообще очень много. Но я просто в качестве такого эксперта пришел там свое мнение высказать. Вот. І залишився надовго, я так відчуваю. У нас є дзвіночок, є запитання до наших гостей, його і приймаємо. Алло. Алло. Здрасте. Добрий ранок, як звати тебе? Юля. Юлечка, є запитання до наших гостей? Так, а яка у зірок найбільша ваша мечта? Мечта наша? Ми можемо назвати ціль, в принципі, нашого колективу – жити, давати жити другим. И творить, я думаю, так, за допомогою своих песен и клипов. А как вы поясните вашу цель – жить и давать жить другим? Детальнее, пожалуйста. Детальнее ничего не будем рассказывать. Что касается мечты, у нас буквально в 3 песнях альбома раскрывается эта тема. Альбом будет выпускаться уже в этом году, и там, в принципе, можете услышать все ответы на ваши вопросы. Дякую за дзвіночок. Хлопці, а ви, до речі, з Краматорська, так? А це означає, що ваша перемога призведе до того, що ви переберетесь у Київ? Ну, если есть какие-то конкретные предложения, мы рассмотрим. Киев нам нравится, добрый город, хорошие люди, которые нас встретили очень хорошо. Видели его изнутри, ну, буквально из метро. Ну, за короткий период времени, пока мы сейчас в Киеве, уже, в принципе, побывали в некоторых ночных клубах, посмотрели, как выступают уже раскрученные звезды. До речі, про нічні клуби. Ваш кліп, який ви відправили на сайт Туборгу, саме називається «Pickup Club», саме про клуб, так? І у вас клуби символізують смітники, які представлені у вашому кліпі. От цікаво, чому ось такий символізм? Як ви відноситесь до тусовок і який спосіб життя, власне, ведете ви? Чи тусуєтесь самі? Времена, да, были, когда мы постоянно тусовались в клубах, это было еще в студенческие годы. Сейчас ведем немножко другой образ жизни. Если приходим в клубы, то конкретно с целью выступления. А у смитника в вашем клубе чему он так символизует? А я просто вообще не тусуюсь, и поэтому... А это режиссер наложил конкретный отпечаток. Конкретный отпечаток.
Дуже цікаво. До речі, хочу сказати, що переможці отримують унікальну можливість – це зняти новий кліп із професіоналами, а професіонал, власне, з нами зараз і сидить – це Віктор Скуратоцький, він буде допомагати пацанам знімати кліп, і цей кліп отримує жорстку ротацію на каналі М1, чим вас і вітаємо. Ну, я хочу сказати, що тут на самом деле всі професіонали, і тот результат, який пацани видали, він офігенного вообще уровня, і мені дуже понравився. Поэтому ми вирішили працювати не в форматі там, типа, Скуратоцький, типа, режиссер, да, сейчас тут будем там решать, так сказать. Мы работаем вместе, и, начиная там от создания идеи, вот, и заканчивая там, естественно, я думаю, надеюсь, впоследствии там постом и все такое. Вот, и подготовительный процесс тоже мы совместно делаем, там, отсматривать будем локации, вот, и героиню будем на клип подыскивать. Вчетвером? Повезе, кому ну, а как же, конечно. Даже может быть, еще и больше. А? Финальное слово за Скуратоцким будет? Не, ну, я думаю, что все-таки тут должна быть какая-то коллегиальная вся эта штука, потому что я сам музыкант, и, ну, как бы лезть куда-то в вещи, которые уже есть и созданы другими людьми, ну, это туповато. Я, наоборот, хочу участвовать в процессе также, ну, в общем, делать совместные идеи. Понятно. Дуже круто. А на яку пісню ви будете знімати кліп? Ви вже вирішили? Да, це буде не альбомна пісня. Ми буквально в короткі сроки записали свіжу пісню, яка буде називатися «Пульс настроєння». Знову йде гітарна партія. Тобто там нестандартний підход, куплет-припів, куплет-припів. Пісня взагалі розкриває конкретно реальну історію житті двох людей. Причем я как наблюдатель со стороны могу сказать, что эту песню пацаны написали после того, как они уже победили в конкурсе. То есть это были короткие достаточно сроки, бац, и появилось, там выслали мне демочку. Да, все очень, так. Очень быстро, активно. Да, значит, ну, в общем, внутри все есть, что нужно для того, чтобы идти вперед. Да. Пацаны... Звезды на небе, знаешь. Главное, все-таки делать все по чесноку. Это у вас получается, я надеюсь. У нас есть звоночек. Давайте спросим у незаангажированного, что он хочет. Алло. Кто там? Алло. Здрасте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Оля. Я хотела спросить, какие песни вы пишете, какие тексты, на какие темы вы пишете для своего нового альбома? Расскажи, до речи, о каком стиле вы выступаете? У нас конкретно нет стиля, у нас стилистические коктейли, смесь R&B, хип-хопа, чего-то более странного. То в основном качаете, так? Ну, можно и так сказать. У Кирилла более певучий стиль, у меня более речитативный. Mm-hmm. Есть еще третий человек, Яроша, которого не получилось приехать в студию, потому что он участвует сразу в пяти проектах. Каких еще? Не будем. Ты приятно еще и встретишь, да? Потому что вообще-то была девочка, которая уже... На второй вопрос мне говорят, не будем рассказывать, не будем объяснять. Ну, хороший диалог такой идет, нормальный, прогрессивный. Расскажите, не скажем. Да, скажи, не скажем, будем, не будем. Если настаиваете, можем перечислить. Нет, что вы. По стилям хочется попробовать в разных поработать. Я вообще Prodigy слушал раньше, и хочется что-нибудь бешеное сделать. Не знаю, как это будет, да, в формат альбома клики входить как-то отдельно, но стили вообще не хочется определять. Короче, жизнь кипит, бурлит, куча всего. Да. Но тот клип, который мы собираемся снимать, он больше похож на такое, я надеюсь, будет, ну, вернее, он будет похож на такой формат европейского кино с элементами, так сказать, какого-то такой мистички и тра-ля-ля. А на кино будет сниматься, да? Не, мы будем снимать на цифру, ну, то есть кино, конечно, это круто, но в наше время это уже не совсем на Red One. Рационально просто. Да, это будет и Red, и Фотик, и все подряд. Клево. То есть мы хотим снимать вообще вот конкретно европейский такой... Кинчик такой легкий. Кинчик. Да, то есть, чтобы не было никаких этих гламурных... Чего? Палево какое-то. Амуаровое платье. Уже все, да. А жлобский рир. Давайте побольше этого. Ну, это во втором тогда. Вернее, в третьем. Надо. Давайте мы посмотрим клипчик сейчас. Клипчик, вернее, даже. Не знаю, какие будут клип. Можливо, жлобский. Риана будет. А, ну, значит, не забрали свои слова назад. Да не важно. Там будет и того, и того. То есть, там все в порядке. Я думаю, Рудбой хочется послушать. Давайте посмотрим и вернемся. У недельный ранок. Ух.